Креативный еловый лес вырос в зале Дома молодежи во время новогодних каникул. Творческие жители и коллективы Сарова нарядили 46 зимних красавиц в дизайнерские украшения. Игрушки из фетра, картона, стройматериалов, открыток, пуговиц и книг. Оригинальный новогодний фестиваль в городе проходит впервые. Идея организации пришла в голову дизайнеру Елене Бабиновой. Вдохновлялась я идеей у взрослых. В Москве у ЦУМа стоят такие елки, каждый год 25 штук. А в этом году на ВДНХ выросло 88 елок по числу наших регионов. Каждый регион представил свою елочку. Я это увидела, пришла в департамент культуры, говорю, чему хуже, давайте тоже такое сделаем. Объявили конкурс, и вот люди с удовольствием откликнулись. Фантазия саровчан поражает воображение. Каждая фестивальная елка по-своему уникальна, со своим настроением и смыслом. Поисково-спасательный отряд «Рысь» украсил свою ель фонарями, рациями, картами и шариками с фамилиями людей, найденных живыми. Участники из Саровской православной гимназии смастерили игрушки в образах волхвов, Девы Марии и ангелов. Венчает елку Вифлеемская звезда. Елки, которые представлены здесь, просто великолепны. Они все разные. Есть елки-арт-объекты, которые соорудили из каких-то предметов. А есть елки, которые украшены дизайнерскими игрушками, наши живые елки. На вернисаже гости фестиваля смогли увидеть даже елки в виде манекена или артистки Саровского драматического театра. В проекте участвовали предприниматели, банки, художники, два детских сада и одна школа. Все новогодние праздники посетители наслаждались насыщенной развлекательной программой, настольными, активными и интеллектуальными играми, мастер-классами и ярмаркой. Мне очень понравились эти елочки. Они очень красивые, интересные, необычные. Нам проводили экскурсию, были интересные вопросы, я отвечала и получала сладкие призы. 13 января в Доме молодежи пройдет торжественное закрытие фестиваля. Организаторы наградят всех участников и объявят народную елку, за которую проголосовало большинство посетителей. Ярким завершением станет спектакль творческого объединения «Мир». Романтическая комедия по повести Пушкина «Метель». Стоимость билета 100 рублей. Дети до 18 лет бесплатно. Возрастное ограничение 0+. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».